Представители сети ресторанов быстрого питания Burger King вызвали московскую прокуратуру. Как сообщает CoinIdle, недавно Burger King объявили о запуске новой криптовалюты WhoperCoin. В прокуратуру же представители сети ресторанов быстрого питания вызвали для объяснения природы происхождения цифровой валюты и того, как ее можно использовать. По словам представителя Burger King, прокуроры напомнили, что в России действуют только операции в рублях, и попросили первых написать официальное заявление о том, что компания не проводила массовый выпуск WhoperCoin. Однако старший юрисконсультант Burger King в России Нина Циклаури уверен, что они не нарушили закон, так как понятие криптовалюта еще не определено в российском законодательстве. Помимо этого, Burger King объявили, что теперь они предлагают свою собственную криптовалюту, запущенную на платформе Waves Blockchain в августе 2017 года. Получить WhoperCoin может каждый посетитель Burger King, купивший бургер Whooper, после чего он должен будет отправить фотографию чека с оплаченным заказом и адрес своего криптовалютного кошелька для зачисления WhoperCoin'ов.